Югорские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Токио. Накануне Всероссийская федерация плавания утвердила список олимпийской сборной. В ее состав вошли наши земляки. Сургутянин Илья Дружинин, Анастасия Гуженкова и Анна Егорова из Ханты-Мансийска. Также на Олимпиаде выступят боксер Альберт Батыргазиев и тхэквондист Максим Храмцов. Югорчане также представят нашу страну в водном поло, тяжелой атлетике и вольной борьбе. Всего в Олимпиаде примут участие 11 спортсменов из Югры. Еще 5 югорчан будут защищать честь России в Паралимпиаде. В департаменте спорта отметили, что это рекордное для югорского спорта число. Такого количества югорчан на Олимпиаде и Паралимпиаде еще не было. На этой неделе спортсмены встречались с президентом. Глава государства в Кремлевском зале пожелал удачи будущим олимпийцам. Дорогие друзья, обязательно встретимся. Ждем вас с победой. Всего хорошего, успехов вам!